Что ж, привет всем зрителям и подписчикам канала. Сегодня у нас на момент записи утречка 27 мая 2016 года. И я для вас начинаю прохождение игры «Сфера Одина», которая очень красива, которая очень мне понравилась, и поэтому я решил ее пройти не только для себя, но и для вас, мои любимые. Поэтому давайте-ка садимся поудобнее, надеваем наушники и полетели! Итак, выбери уровень сложности. Ну, тут, понятное дело, без всяких колебаний, по умолчанию, средний уровень. Так, выбери язык диалога. Почему бы и нет? Либо японский, либо английский. Ну, не знаю как, но для большинства лучше всего английский. Поэтому английский и выберем. Привет, котик. Что ж, вот мы, наша девочка, которая весь день гуляла. И вот под вечер пришла домой, дабы перед сном почитать красивую сказку. И, как вы видите, самая классная из книжек у нее валяется на полу, дабы долго не искать. Фух, что ж, первая книжка у нас будет про Валькирию. Соответственно, поднимаем эту книжечку, садимся в удобное кресло и с удовольствием начинаем чтение. Погнали!
Griselda! Gwendolyn. It's so quiet now. The sound of battle seems so far away. Seems I cannot follow my king into the final battle. No, don't give up. Gwendolyn, please take this. I have no use for it now. This spear has slain many foes, making a mountain of corpses. The king, father, will undoubtedly praise my actions. I'm sure he will. Do I see tears in your eyes? You're too kind, sister. Please, do not cry. Your older sister will leave the world as a great warrior. Tis so dark here. Gwendolyn, I can't see you. Griselda, I won't let you be alone for long. I shall be by your side soon enough. We have lost this battle. There are simply too many enemies. So that is the Shadow Knight. Rumor has it he has made a deal with Halia to acquire such strength. What power? I will face him. Princess, you shall not. Kill me now. How long do you intend to keep me pinned down? Go on, run away. This battle is over. Any more deaths will just be a waste. Oh, I'm glad to see you're safe. I had feared you were... At this point, I cannot go back. Please, wait. But what good are troops that have lost their leader? Что ж, вот такая вот, ребята, у нас с вами грустное начало данной сказки, но надеюсь, все будет у нас в конце счастливо. Ну, по крайней мере, лично я на это надеюсь. Что ж, а сейчас у нас идет обучение, как же управлять персонажами-то. Что ж, нажми двигаться и атаковать врага. Хорошо. Итак, быстро нажимай, дабы получить комбо. Да без проблем. Все, довольны? Так, нажми для прыжка крестик. Да без проблем. Двойной прыжок парить. Отлично. Классная способность. Так, при парении нажми вниз или боковые гидры. Ага. Понятно. Это я помню. Вот так вот. Отбивай атаки врага, чтобы уменьшить урон. Удерживай, чтобы отбить. Ага, понятно. Защита. Прибыли отряды врага. О, враги, давайте. Так, мощь тратится при атаке и отражении атаки. Если мощь закончится, ты будешь оглушен. Мощь восстанавливается со временем. Отлично. Сейчас, ну это, как это делать, я помню. Так, ой-ой-ой, так, иди сюда. Если ты победил врагов, получаешь световые шары, фазоны.
Поглощай фазоны, чтобы поднять уровень оружия и повысить силу атаки. Нажми R1, чтобы поглотить. Так. Извините, ребята, но игра требует, чтобы я это сделал. Хотя я такие события не особо люблю. Так, кроме повышения силы оружия, фазоны позволяют тебе использовать умение Псайфера, магия. Так, понятно. Но для этого мне нужно накопить эти фазоны. Так, значит, умение Псайфер, циклон. Так, ну, надо, чтобы враг подошел ко мне. Так. Души ко мне. Так, враги, пожалуйста, подойдите еще, или вы уже закончились? Так, ну ладно, давайте тогда, значит, просто мы используем данную способность. Ну, как-то так. Фазоны исчезают со временем, собирая фазоны, чтобы усилить свое оружие и так далее. Так, нагнись и подними объекты. Без проблем. Что такое фазоны? Ну, давайте прочтем. Что такое фазон? Фазоны – форма энергии, используемая как источник магии, магами и простейшими существами, такими как феи. Только не забывайте, что их красивое сияние возникает только тогда, когда мимо проходит живое существо. Ясно. Спасибо за информацию. Псайферы. Псайферы. Оружие, созданное с редкими кристаллами. Называется псайферы. В отличие от обычного оружия, обладает способностью расти и увеличивать мощь. Спасибо. Что-то еще? Шелковица. Шелковица. Еда восстанавливает еже. Еда дает тебе еже и поднимает максимум еже. Так. Объекты. Давайте скушаем. Неплохо. Сущность еды. Давайте же мы и про нее прочтем. Еда залечивает раны и помогает укрепить тело, уровень еже растет. Еда становится вашей плотью и телом, дает жизненно важную энергию. Поглощающий здоровую пищу укрепляет свое тело. Хорошо приготовленная еда увеличивает рост. На поглощение сырой пищи уходит больше времени. Зерно шелковицы. Шелковицы, ну, не важно. Так, семена растут, поглощая фазоны. Ударь по фрукту, чтобы достать его. Итак, зерно. Давайте посадим его. Прибыли отряды врага. Давай. Да. Вот так вот. Псайфер третий уровень, да? Спасибо. Когда этап очищен, все выходы показаны желтыми точками на правой карте. Спасибо. Итак. Забираем то, что мы с вами с помощью душ врагов вырастили. Так, здравствуйте. Идеально. Так, и что? Ломаем сундучок в качестве приза. Сундучок, ломайся. Спасибо. Возьмем денежку. Шелковицу. Давай. И немножко почитаем. Псайферы, часть вторая. Поглощая фазоны, увеличивается мощь атаки оружия. Также поглощенные фазоны можно применять для наложения разных магических заклинаний. Сокровище.
Перед сражением, когда жизнь в постоянной опасности, солдаты прячут свои ценности в укромном месте. Уничтожьте врагов, пока они не успели спрятать сокровища. Ну ладно. Чем выше счет, тем больше у тебя наград и объектов в конце этапа. Я понял. Так, двигайся к следующему этапу выхода и нажми вверх и крест, дабы закончить этап. Что ж. Заканчиваем. Gwendolyn, you've returned. I have an announcement, Your Majesty, regarding the invasion. Our troops have been lost. The foes had more reinforcements than we had anticipated. We were forced to enter a battle of attrition. The Valkyries suffered many casualties. Including Griselda, our commander. I know of Griselda's fate. Griselda fought bravely for you to the very end. She entrusted me with a spear in her final moments. She was the most gallant and noble of all my warriors. That spear is a special weapon known as a cipher. It collects spirits that haunt battlefields and uses their power to smite enemies. Henceforth, you shall wield the spear as you please. We shall launch another assault on the enemy. I shall personally take part in this battle. Send the troops when you're prepared. Father! Is that all you have to say about Griselda? Words will not bring your sister back. Tis no time for sentimentality. Да. Атмосфера тут зашкаливает. Мне нравится. Надеюсь, вам тоже. Что ж, хотите сохранить игру? Конечно, хочу. Давайте сохранимся. Так, оно автоматом сохраняет, или мне нужно выбирать, куда сохранить? Так, в какой файл выполнить сохранение? Ну, конечно же, в самый первый. Да-да-да, я хочу в первом слоте все сохранить. Процесс сохранения завершен. Что ж, видите, я вас не обманул. Сегодня у нас на момент записи 27 мая 2016 года. О, класс. И сохранение палит. Какой у меня сейчас день? Хорошо, хоть время не палит. Ну да ладно. Кому интересно, сейчас почти 9. Утречка. Так. Ну тогда все. Выходим. Валькирия, часть 1, акт 1. Ну зачем ты так? Наушник. Извиняюсь, сами понимаете, наушники, которые долго служат, рано или поздно все такими становятся, а именно левое ухо перестает издавать звук. О, наконец-то. Так, о, музон просто божественный. We shall regroup with those able to fight. At the moment, I have 4 soldiers ready. Just say the word. We only have half the troops we started with. Everyone is rushing to their deaths. Princess, that was close. I had heard that the Shadow Knight looked like a demon, but he seemed human to me. Why did he let you go? Кто знает? What? Griselda's dead because she rushed ahead of the main forces. It's certainly not because I was late to the battle. Lord Brigand, you may be one of our nation's heroes,
But I hear that you act as you wish because my father does nothing to stop you. That dastardly queen of the fairies? She was the one who summoned the dragon. That monstrous beast. She truly is evil. Oh, princess, hear me out. That spear is a magical weapon called a cipher. The dwarves fashion the crystals out of jewels and use them in the weapons. It absorbs magical elements called phozons and is able to absorb and release them. It will surely lead you to victory. Спасибо за нужную информацию. My dear princess, that stone on your spear is a jewel from the Netherworld. Did you know that? Traveling from this world to the Netherworld, it's very dangerous, and only one man is able to do it, King Odin. If we can obtain that cauldron and fabricate our own jewels, Ragnarok will have no more enemies. Princess Gwendolyn, I am worried about you. Please stay strong. Thank you, Mirrus. I shall bring some tea up to your room later. I'm a traveling vendor who has been allowed to sell in this castle. Is there anything you need? Так ты у нас торговец, однако. Что ж, это довольно-таки неплохо. У меня есть всего лишь 30 золотых, да? Так, купить, продать, отменить. Так, ну, что ты мне можешь дать? Так, можно покупать много вещей за раз. Выбрать вещь и бог количества. Спасибо. Так, зерно шелковицы. Горячая булочка. Спидбельт. Ух ты. Кольцо тяги. Можно поднимать предметы, не становясь на колени. Ага. Браслет Сатурна. Сила атаки увеличивается на 5%. Подвеска звезды. Максимум здоровья на 5%. Так. Значит. Ага. Я выбрал пока вот это. Посмотрим, что оно мне даст. Итак, tutorial. Выбрать монеты для оплаты. Монеты имеют разный номинал. Выбор монеты, количество монет. Так. Я выбрал товара на 30, типа, на 30 монет. Так, и у меня есть только... Титанский золотой. Ну. Ага. Значит, получается, все три монетки я отдаю тебе. Так, как. Ага. Так. Так. Оплачено. Итак, браслет Сатурна, кольцо тяги, подвеска, спидбельт. А теперь единственный вопрос. Как мне все это на себя надеть? Или оно автоматом надевается? Вот этого вот я пока недопонял. Так, мы можем посмотреть на нашу Гвендолин. Уровень самой героини 2. Уровень нашего оружия 3. Угу. Так, тут я, получается, больше ничего не могу делать. Клацаю, ничего не происходит. Значит, тут мы ничего не решаем. Так, какие у нас еще есть функции? Так, ну да, это... Так, ага. Так, как использовать? А! Просто нажимаем крест, и оно типа работает? Или... Ай, или это я просто перемещаю? Я понял, это у нас просто перемещение так работает.
Так, а теперь сиди и думай, оно само... Оно работает само по себе или как-то надо его использовать? Ладно, неважно. Позже разберемся. Так. Это нас ничего не делает. О, может вот так надо? Так, кольцо тяги. Ага. Так, кольцо тяги экипировано. Только одно можно. Это нечестно. Так, скорость бега выше, сила атаки увеличивается. Хорошо, давайте сделаем себе больше силы. Так уж и быть. Раз нам позволяет только один предмет надеть, то наденем один предмет. Я понял суть. Значит, вот так вот мы сделаем. Переместим. Вот так вот. Так, максимум. Так, скорость бега выше. Вот сюда. Активную сумочку оставляем все здесь. Отлично. Ну, как-то так. Спасибо тебе, торговец, за все. Пообщаться больше не с кем. Ну, раз так, перейти к карте мира. Ого. Симпатично. Назначение. Так, карта Эриона. Если я правильно прочитал. Так, собственно, а куда нам надо-то? Так, яростные поля сражений. Ну, нам сюда. Потому что я нигде не вижу другого пути, куда нам можно пойти. Все пока заблокировано. Ну, значит, пойдем сюда. Фу. Валькирия, часть первая, акт второй. We're moving out now. Inform the troops. Griselda. So you're going to battle in order to win your father's love. That's not true. I'm fighting for my kingdom and my own pride. If I fall in battle, that is a fate all my countrymen must face. Don't try to hide the truth from me. You seek death so that you may earn the love you so desperately seek. Quiet! I am but a phantom. I represent your innermost thoughts. I am pathetic. I've never been loved since the day I was born. Giving your life for your father will not make your death worthwhile. You will simply die, like Griselda died. Stop it! If I sacrifice myself for my duty, Father will surely show his love for me. Surely. Так, победи Ванира и направляйся к котлу. Воу-воу-воу-воу. Больше душ. Ух ты, мне... чего? What? Это что, уже все? Я только начал миссию, уже все? Так, зерно. Так, золото, золото, золото. Вообще, серебро, ну ладно, неважно. Семена и культивация. Хорошо, нам дают текст, давайте прочитаем. Зерна поглощают фазоны и дают плоды. Число фазонов для созревания плода варьируется
Оно чем капризнее растение, тем лучше фрукт. Оставшиеся на ветках фрукты быстро засыхают. Рекомендую вам собирать фрукты, как только они созреют. Да, посреди битвы еще и выращивать фрукты. Это эпично. Это очень эпично, да. И вы. Мы только зашли на поле боя и сразу уже выход, да? Круто. Круто, ничего не скажешь. Ну ладно. А, все-таки это еще не все. Мы просто перешли на следующий этап. Так, нажми вверх, чтобы отхватить летающих врагов. Так, извини, фея, я не специально. Обалдеть. Надо реально к такому, так, такому привыкать. Так, надо хорошенько подпрыгнуть и сделать вам приятно. Ну почему мне S не дадут? А, ну да, логично, меня ж ударили. Если пройти без повреждений, то тогда все будет как надо. Так, напалм. Серьезно? Получена карта. Отображает карту уровня. Жми L1 для показа или скрытия карты. Карта отображает связь между этапами, вещами, которые можно выиграть. И сложностью, которая отображается звездами. Темные этапы все еще не были посещены. Угу. Так. Ага. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. А, использовать правый стик, чтобы двигать карту. А я как-то не заметил. Так, значит... Мы можем... Ё-моё, сколько у нас всего. Так, значит, вот эти вот тёмные места, в них мы типа не были, да? Или были? Кто знает. Так, ну хорошо. Так, то есть смена этапов. Ну, я не знаю, давайте перейдем сюда, посмотрим. Мне сюда нужно, или же я тут уже был. Так, враги есть. Блин, сколько вот этих птичек-то тут. Да, ну, блин, надо же еще умудриться попасть. О-хо-хо-хо. Но это дает свои плоды. Да, спасибо. Только вот жизни со временем у нас не восстанавливаются, что довольно-таки прискорбно. Так. Ну давайте мы одну скушаем. Да, немного оно восстановило, конечно. Ну да ладно. Так, ну и поскольку у нас врагов пока больше нет, садить на пал. Создается волна взрывов. Ну тут надо реально эпично все изучать, как все работает. Так, если я сейчас перейду обратно, враги снова появятся, получается, да? Если я правильно понял. Да, реально, тут можно бродить по уровням туда-сюда и прокачиваться. Если я правильно все понял.
что я все души собрал. Наверное. Хорошо. Никого пока нет. Смена этапов. Так, и уровень сложности у нас 4 балла. 4 звезды. Так что тут придется уже попотеть. Вижу бабочку. Ну я... И что? Бабочки выпускают фазоны, если их рядом поглощаете. Ага. Так, все. Это все, что мне дала эта бабочка. Ну хорошо. Используйте циклон. Ребята, тихо, тихо, прошу вас. А, я еще не зарядил энергию. Блин, да ну как так? Так. Давайте мы с вами зерно посадим. И погнали. Скажу, это было непросто, и реально, я думаю, за несколько серий я привык к управлению и буду просто всех выносить. Так, син, горячая булочка, пятнистые бабочки. Рассказы древности описывают магических бабочек. Встречают их редко, и это считается добрым знаком. Тут говорится, что фазоны могут собираться и образовать форму бабочки. Эту бабочку можно видеть очень короткое время. Ясно. Так, и что, переходим, получается, на следующий этап вниз. Ага. И тут у нас магазин, как я правильно успел прочесть. Так, и что мы можем приобрести? I could charge extra, since this is a battlefield, but it's very dangerous. I could have 9 lives, and it still wouldn't be enough. I'll make you a deal. У меня всего лишь 10 золотых. Всего лишь. Зерно. Горячая булочка, камень силы. Энергия пополняется быстрее. Камень удачи. Камень духа. Все это, конечно, красиво. Но, во-первых, дорого, а во-вторых, можно применить всего лишь один предмет из тех, которые у меня есть. И это довольно-таки плохо. Я думал, что можно целую комбинацию построить, тогда я вообще был бы неуязвимым, но такие дела. Дает 50 ежей и 5 опыта. Ясно. Ну, давайте ради... купим 2 булочки. Почему бы и нет? Так, у меня есть всего лишь серебряные. Мне хватит на то, чтобы окупить. Ага. Вот так оно работает. Я понял. Так, спасибо за 2 булочки. А ты кто? Принцесс Гвендолин! This base is under our control, but the enemy is stronger than we expected. We've entered a deadlock. Ясно. Так, и у нас есть две точки выхода, куда мы можем пойти. Так, а, нет, не то нажимаю. Так, здесь я могу выбить себе горячую булочку, да? Так, я могу пойти по сюжету сюда, сюда. Да, много мест, куда я еще могу отправиться.
Так, ребят, а знаете что? Давайте, я думаю, мы на этом, поскольку мы уже играем минут 40, вот, и мы на этом завершим данную серию. И уже продолжу я приключения позже. А на сегодня все. Всем пока-пока.